Введенный в колледжах Казахстана День работодателя отметили и в Высшем колледже Булашак. На встречу с преподавателями и студентами учебного заведения были приглашены около 30 работодателей. В колледже ведется обучение по 50 специальностям. В прошлом году учебное заведение окончили около 300 выпускников. 15% продолжили обучение в вузах. Почти 70% нашли работу по специальности. В рамках дуального обучения работодатели активно участвуют в подготовке специалистов, создавая условия для практического освоения студентами будущей профессии. Профессионально-технические образовательные учреждения тесно сотрудничают с социальными партнерами, потенциальными работодателями. На практические занятия отводится 60% времени и на теоретические 40%. Таким образом, учащиеся оканчивают колледж уже практически готовыми специалистами.